Их актерская игра, пение, танцы, владение игрой на музыкальных инструментах каждый день дарят самарцам яркие эмоции. Чуткие библиотекари помогут подобрать произведения для чтения. Краеведы и сотрудники музеев знают все об истории нашего региона и не только. 25 марта в России отмечают их день – День работников культуры. В преддверии праздника в Самаре поздравляли деятелей творческих профессий. Замечательные наши ветераны, огромный вам низкий поклон. В год учителя и педагога вы для нас, конечно, огромный, теплый пример. Я хочу пожелать молодым, которые есть в этом зале, двигаться дальше, гореть, зажигать других и получать прежде всего огромное удовольствие от своей работы, от своего творчества. Лучшие работники сферы культуры Самары и региона получили памятные грамоты от профильного министерства. Почетной награды удостоилась главный библиограф публичной библиотеки Татьяна Рензяева. Благодарности Министерства культуры получили художественный руководитель ансамбля бального танца Академия танца Светлана Давлетшина и сотрудник телеканала «Самара ГИС», ведущий и создатель программы «Город. История. События», старший научный сотрудник отдела фондов Самарского литературно-мемориального музея Горького Михаил Перепелкин. В сфере культуры он работает 25 лет, успешно совмещая творчество с научной и образовательной деятельностью в одном из университетов Самары. С 1997 года, когда я пришел на службу, про все остальные работы, я говорю, работа, а про музей, я говорю, служба. На службу в литературный музей, литературно-мемориальный музей имени Горького. И вот с 1997 года в нем служу верой и правдой, и хочется надеяться, что что-то доброе сумел сделать. Выдающиеся работники культуры также получили почетные грамоты и благодарственные письма главы Самары и Думы городского округа. Приветственный адрес главы Самары Елены Лапушкиной собравшимся зачитала руководитель Департамента культуры и молодежной политики Татьяна Шестопалова. Талантливые, инициативные люди являются гордостью нашего города. Не случайно почетное звание «Заслуженный работник культуры Российской Федерации» присвоено более чем 30 творческим специалистам сферы культуры, а звание «Заслуженный работник культуры Самарской области» – 10. Многие из вас отмечены федеральными и региональными наградами, и я уверена, что работники культуры – это настоящие патриоты России. В Самаре работают 47 муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования. В них трудится более 2500 человек, которые каждый день создают интересные события и дарят яркие впечатления жителям и гостям города. Михаил Ермоленко, Григорий Плешаков. События.